Привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Ну что, друзья, данное видео сегодня будет продолжение по поводу турнира за рубины. Давайте глянем. Смотрите, победители прошлой недели. Так, ну смотрите, друзья, разработчики нам исправили наше братство. Давайте посмотрим. Ну, сейчас-то понятно, но в итоге все-таки разработчики нам все поменяли. Так что так вот, друзья. Но единственный минус, что рубины все-таки я не получил. Как видите, у меня ровно 7 рубинов, как и было. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что же все-таки я получил. Да, друзья, скоро будем устанавливать елки. Не знаю, декоры, наверное, должны где-нибудь здесь прийти. Сразу скажу, когда придет елка, придет она на почту. И тогда, когда откроете уже, перейдете в магазин и установите елочку. Не знаю, что надо будет ее выращивать или нет, как во всех других играх. Но, скорее всего, нет. Разработчики просто под Новый год закинут вам сюда подарки. А что будет? Может быть, камни, может быть, рубины. Может быть, герой где-то запрятан будет. Вот, если разработчики бы мне вернули бы ледяную скалу за те 10 тысяч рубинов, что я потратил, было бы, конечно, неплохо под елочку. Елочку мы где-то установим здесь. Так, ну что, друзья, давайте посмотрим все-таки, что в магазине у меня есть. Декор. Вот, друзья, самый ценный. Давайте мы почитаем сначала. Знамя чемпиона. Заветная мечта любого братства. Лишь избранное братство имеет право обладать им. Ну что, друзья, да, я соглашусь, что написали, потому что очень трудно сейчас взять этот декор по одной причине, потому что очень тяжело поднимать боевой дух. Я не знаю, это как вы можете его получить. Давайте мы его где-то установим. Да, не знаю, давайте мы его здесь установим. Честно говоря, даже, друзья, не знаю. Я, честно говоря, раньше я за ним охотился, но мне не получалось. Но, как видите, наше боевое братство усилено. Помогло всем игрокам, кто не получил, взять его. Ну, я не могу понять, почему такая была проблема, если с 23:00 было явно здесь написано, что... Наше братство, вот оно, сейчас первый состав идет, что мы взяли первое место. И по таймеру уже видно, и я был как раз в этот момент на 9-м месте. Разработчики весь пересчет сделали после 2 часов дня. Но это мне так показывало, потому что у меня совсем другое. Но все равно, значит, оно еще больше время было. И меня скинули... В 2 часа дня где-то. В 2 часа 30 минут, кажется, может быть меньше. Ну и почему? Если турнир завершился ровно в 11 часов, почему после турнира мне их сразу не начислили, если программа видит, что мы на первом месте были? А меня потом скинул, шум начался, что наше братство не поставили на первое место. Почему? Не знаю. Они сами напутали. И главное, молодцы, что все игроки получили. Они вернули все нашим игрокам. А вот со мной проблема. Понимаете, у нас получилось 3 проблемы. Мы не были на первом месте в турнирной таблице. Мы не получили рубины и все призы. И еще вот такой конфуз получился, что я был на 9-м месте. Они сделали перерасчет после обеда. И я тоже не получил. Ну, все получили, и я рад за них. Ну что, друзья, под Новый год, скорее всего, будет только елка. Турнир, скорее всего, будет завтра. Почитайте, в группе есть уже статья про это. Но про елочку мы обязательно запишем отдельный видеоролик. Посмотрим, что там за подарки будет. Поговорим об этом. И меня спрашивали еще, друзья, по поводу боевого духа. Ну, смотрите, у меня 4400, сколько там? 4425 боевого духа. Давайте я вам покажу арену, кто меня просил. Многие не верят, говорят, что я бегаю там и города сношу как сумасшедший. Ну давайте посмотрим.
Мстители замка. Ну, на такой город я не знаю, друзья, честно говоря. Здесь нужно поболее войск. С этими войсками я пытался пройти, но я, видите, сейчас стандартно по 22 минуты устанавливаю. И мне это, в принципе, выгодно. Я каждые 22 минуты могу выходить на арену. Ну, вот смотрите. Некого бить вообще. Понятно, если бы у меня были бы воины немного мощнее или с допами, можно было бы разбивать и такие города. Ну, видите, это нашевские. Так, братство теней. И здесь, смотрите, тоже это кажется, что можно до замка так легко дойти. Но здесь нет. Если сбивать только вот эти две башни смерти. И смотрите, как сейчас декоратор устанавливает. Красиво, четко, чтобы он бил, чтобы до замка не дошли. Куча декоров. Это все, друзья, нужно сносить. Ну, не знаю, если расценивать как вот на такой город, я даже и не знаю, смогу ли я его сейчас такой стандартной армией вынести хотя бы на одну звездочку. Давайте попробуем. Это город почти как у меня. Смотрите, здесь зиккурат. Давайте попробуем вот два удара сюда. И, наверное, один удар сюда. Не знаю, друзья, давайте посмотрим. У меня по настроению и как войны идут. Но нужно здесь попробовать выбить одну звезду. Если не получится... А, сюда гоблины пойдут. Не знаю, давайте я по стандарту попробую сделать вот так. Магов запустим сразу за гоблинами. Потом нужно будет сразу запустить ифритов. Но не забывайте, сейчас пирамида уже активируется. Если играть потихонечку, то ваши войска сразу перебьют. Не знаю, здесь все зависит от камней, от реликтов, от декоров сколько там. Здесь от всего зависит. Кто-то говорит, что давай Вован быстрее запускай. Может быть, как-то это влияет. Я, друзья, не могу вам сказать. Бывает так, что вы его точно разбиваете на 100%. А бывает так, что и так прошли, и ничего не получается. Так, ну смотрите, они зашли в середину. Как всегда, я туплю, не показываю вам в середине, что они там делают. Я пока ничего запускать не буду. Мы просто посмотрим саму игру, как они играют. Не знаю, друзья, 22 минуты это я именно чисто нанимаю для личного турнира. Понимаете? Ну и выбирая тоже, соответственно, такие города, которые бьются, эта армия на 50%. Повторюсь еще раз, мы зайдем в город, я вам покажу характеристики к моих рыцарей. Там даже камня нету. Я все никак не могу камень установить. Ну смотрите, в данном городе, это что у нас? Диверлогин. Ну смотрите, получается у нас 59%, чтобы его вынести на 100%, здесь скорее всего понадобилось бы скорее всего заклинание, хотя бы снести вот этот пятачок зиккурата. Ну и тут можно было бы попробовать добить героями, если запустить их изначально. Здесь можно снять еще какой-то процент, но если вы, например, идете в личный турнир, тогда да. Забивайте там на 70-80%, сколько нужно. Но вот такая вот армия, друзья, честно говоря, она мне нравится. Но иногда, если вы неправильно запустите с той скоростью, которая должна быть, здесь все, друзья, зависит от скорости запуска воинов. Это я вам однозначно говорю. Так, ну что, мы сняли у него 8 боевого духа. Не так уж много, конечно, было бы неплохо на сотню его разбивать. Но видели, у меня даже заклинаний нету. Я последний этот турнир, который мы шли, я и потратил и бастионные руны, чтобы как-то удержаться в десятке. Потому что города вообще неподъемные были. Немножко с допами разбиваются и 93-е, и топовские города. Это понятно, что там берете около 30-40, ну, полтинник пушкарей, турнетих, бастионных. Ну и немножко эльфов. И все, города летят как щепки. Надо будет, между прочим, записать на 93 уровень какой-нибудь. Так, ну что у нас получается? 200 рыцарей, 10 магов, 5 ифритов, ну и 5 заклоп по забору 17 уровня. Использовал только пушкаря и ветрокрылую. Так что так вот, друзья. Давайте посмотрим, сколько она строится без гоблинов, такая армия. Двадцать одну минуту 30 секунд. Ну,
и 30 гоблинов, как раз получается там 22 минуты, но с копейками. По поводу характеристики, обращайте внимание, давайте я зайду так. Посмотрим, что тут у меня находится. Я никак не улучшу 9-й камень. Да, у меня тут находится 9-й камень. Обращайте внимание, на здоровье всего лишь 2000, там с копейками. Ну и на атаку 313. Я не знаю, сколько они должны быть максимального уровня, но они у меня очень слабы. Я заметил это давно, друзья, потому что смотрю, что мой город разбивает с моим забором. Ломают все. Значит, у кого-то намного-намного круче есть. Ну, а по поводу камней, я, друзья, не знаю. Наверное, будет лучше, если бы я, наверное, побегаю по арене и начну это все улучшать. Потому что, смотрите. Вот он. И стоит он 750. Вот надо будет, скорее всего, накопить. Не хватает еще немножко. Надо будет его улучшить и установить на рыцарей. Потому что турнир у нас уже скоро. Ну что, друзья, всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. Скоро турнир. Обязательно, друзья, запишем видеоролик про елку. Что там за подарки будет? Мне даже интересно, если разработчики что-то будут индивидуально, кому-то может быть что-то одно, кому-то что-то другое. Ну что, друзья, посмотрим. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока, друзья.
будет. Мне даже интересно, если разработчики что-то будет индивидуально, кому-то может быть что-то одно, кому-то что-то другое. Ну что, друзья, посмотрим. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока, друзья.